Я сегодня вам расскажу страшную, бесстрашную историю о том, как магнитики пытаются водить по волкам. Как магнитики пытались превратиться в пауков? Да. Ничего себе. А девочка боялась пауков, и сядь ему и сядь спать девочку. Здорово. По мальчика, то есть. Мальчика спас? Да. Круто. Девочка спаса мальчика. Хорошо. Темный печеный есть. Давай. А на десерте печеный есть. Вот. Девочка, темный есть. Не тот есть. Сейчас не тот есть. И что? Там были волки земные. Волки были? Да. Голодные волки. И что было дальше? Потом она... Девочка пытается нажать на этого волка, сяжу упасть, убить его и так спасть девочку. Ну вот, я сегодня вам расскажу. Холодник есть, там были снеговики и олени. Они были добрые. Да.